И вновь, опять-таки, к вопросам строительства. На этот раз, Печора, будет ли строительство новой школы взамен закрытой, аварийной, под номером 4? Не будем уже вспоминать историю, потому что и на площадке телеканала «Юрген» мы тоже обсуждали этот вопрос. Вот в настоящий момент могу сказать, деньги на разработку проекта сейчас выделены. Это почти 32 миллиона рублей. Почему так много? Все-таки сумма приличная. На самом деле, как раз вот время было потрачено на поиск земельного участка, который соответствовал бы всем требованиям, который бы подходил. Все-таки строить надо школу не маленькую. Это план у нас строить на 600 или на 650 мест. И сложность в том, что можно построить, и было принято коллегиальное решение только на том месте, где сейчас стоит закрытое здание школы. Соответственно, это будет очень сложный проект строительства со сносом вот этого здания. Но это действительно уже шаг вперед, деньги выделены. Дальше Министерство строительства нашей республики будет организовывать разработку проекта.